Омерзительная реклама, которую хотелось бы забыть. В начале видео нам показывают единорога, который, сидя на корточках, испражняется мороженым. По мнению принца, из-за удобного положения у единорога с легкостью получается произвести вкусный и качественный продукт. Но все может быть не так радужно. Далее принц сажает единорога на унитаз и на примере его кишечника показывает, что при принятии неверной позы на туалете у единорога может начаться запор. Поэтому далее молодой человек дает единорогу подставку для ног от сквоти-поти, с помощью которой у него тут же проходят все проблемы, и он снова с легкостью производит вкусное мороженое.